Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать мастер-класс по теме, как правильно работать с эмульгатором Кротекс. А сейчас я покажу, как правильно работать с данным эмульгатором. Для этого мы уже налили масляную фазу. Теперь берем эмульгатор. А теперь его нужно подогреть на водяной бане. Эмульгатор мы подогрели. Теперь вливаем в него водную фазу. И хорошо мешаем. Мы перемешали палочкой, а теперь берем миксер. В итоге у нас получилась вот такая густая пышная эмульсия. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!